Говорить по ненаписанному, дабы суть каждого видна была. Участники предварительного голосования партии «Единая Россия» выходят на дебаты. Встречи в эфире прошли по всей стране. В режиме онлайн обсуждаются самые злободневные вопросы. По нынешним правилам, каждый, кто планирует принять участие в выборах в Государственную Думу, должен как минимум дважды прийти в эту студию. Во-первых, изложить свою позицию, которая у него имеется в данном случае. Второе. Наши избиратели увидят человека, который идет, и смогут оценить его поведение, его способность общаться, его знания обстановки. Темы дебатов каждый раз будут разными. Задача дать кандидатам в кандидаты от «Единой России» показать себя. Таким образом должна быть сформирована конкурентоспособная команда, которая пойдет на выборы. Эти дебаты покажут, кто же самый достойный, сильнейший, на кого можно опереться в выборах и в списочном составе, и по одномандатным округам. И это, в общем-то, в большей степени гарантирует победу выдвинутых кандидатов. Дебаты будут проводиться каждые выходные до 15 мая и завершаться за неделю до предварительного голосования. Олег Зверев, Максим Гусев. События.